Добрый день. Сегодня утром фотостекло было еще прямым. Сейчас у нас есть оборудование, благодаря которому мы можем загибать. У нас есть чипковый фрезер, который фрезерует вот эти фасады, витрины. И сейчас у нас полностью отпала проблема с перпендикулярностью реза. Вы все прекрасно это знаете, как тяжело вырезать уже готовую изогнутую болванку, потом отрезать 90 градусов. Вот. Теперь у нас есть еще оборудование для гибкости стекла. Это стекло было с утра еще плоским. Все, пожалуйста, приезжайте. Альфа-Мебель. Приезжайте, заказывайте фасады у нас.